За граница нам поможет, говорили в свое время белогвардейцы, но пока что нам только вредит. Мало того, что они придумали эти заглушки для ремней безопасности. Они еще внедряют туда открывашки, чтобы вы еще бухали за рулем. Такая заглушка не облегчает вам жизнь, а в случае ДТП вы просто получите по лицу подушки безопасности такой силы, что вам сломает нос, а может даже вышибет мозги. А употребление алкоголя за рулем – это крайне серьезное нарушение. Если вам не жалко жизни окружающих, пожалейте свою жизнь, потому что в случае ДТП вы можете стать инвалидом, и тем более вы будете не пристегнуты, раз у вас эта заглушка, и вам может с таким же успехом вынести мозги. Цена вопроса – 49 рублей. Во столько они оценили вашу жизнь, эти товарищи? Не применяйте эти заглушки, не употребляйте алкоголь, а если вы у кого-то увидели эту заглушку, сделайте замечание, выкиньте эту заглушку и проведите профилактическую беседу с человеком. До свидания.